Надо сказать, что в последние годы грипп протекает с наличием тяжелых форм и с серьезными осложнениями. В данный момент для вакцинации населению предлагается вакцина «Совигрипп». Это препарат нового поколения, хорошо переносится и разработан под несколько видов вируса. Вакцина поступила «Совигрипп». Она формирует иммунитет как в отношении гриппа А, так и в отношении гриппа Б. Прививка осуществляется бесплатно. По словам врачей, серьезно заболеть после прививки практически невозможно, разве что может быть небольшая реакция в виде насморка и легкой слабости. Но это мелочи, если учесть, что вакцина максимально защитит от летального исхода. Тем, кто считает необходимым привиться, приходите. Можно обращаться в регистратуру, можно обращаться в 309 кабинет. Ну а руководителям предприятий, пожалуйста, обращайтесь к нам. И, соответственно, мы выйдем и привьем ваши организованные коллективы на месте. Отметим, что сейчас лучшее время для того, чтобы сделать прививку от гриппа. Нет ни эпидемии, ни вспышек вирусных инфекций. Ведь противопоказанием для вакцинации является даже легкое недомогание.